Рядом с детской площадкой в микрорайоне Соляное, дом номер 3, стоит бесхозяйный грузовичок с просроченной газировкой в кузове. Местная ребятня с удовольствием хлебает шипучку, тем более она абсолютно бесплатна. Родители недоумевают и пытаются найти ответ на вопрос, кто бросил сомнительное лакомство у детской площадки. Несмотря на сильный дождь, с нашей съемочной группой согласилась встретиться многодетная мама из Соляного. Она, как и другие родители, с ужасом глядит, как детвора с интересом разбирает содержимое грузовичка. Дети ходили по району с бутылками лимонада в количестве 5-6 штук в руках. И мы решили выяснить, откуда они берут этот лимонад. Как выяснилось, то, что брали они с этого грузовика. И срок годности в нем вышел в 2016 году. Мы не знаем, какие будут последствия из-за того, что дети пили этот лимонад. Хозяина груза никто не видел. Номеров у полуразобранной машины тоже нет. То есть обращаться в ГИБДД бесполезно. Открытым остается вопрос, кто будет отвечать, если кто-то из любителей шипучки отравится. Хотя и утверждать наверняка, что в этих разноцветных бутылках, мы тоже не можем. Факт в том, что внутри что-то газированное и что-то плавает. По словам местных жителей, этот грузовик стоит здесь уже около 2 недель. За это время его уже почти полностью опустошили. Мы отправили запрос в администрацию района с просьбой выяснить, кому принадлежит груз и почему бесплатная газировка сомнительного происхождения в свободном доступе рядом с детской площадкой. Екатерина Шеверова, Николай Скворцов, Республика.